За счет системы водоснабжения и сантехнические приборы будут, то есть туалеты, посудомоечные, стиральные машины, душевые и так далее. У каждого прибора по нормативу есть свой расход, то есть это количество воды, которое через него проходит в единицу времени. Соединяем все это адресовано в единую сеть, и программа дальше рассчитывает диаметр каждого трубопровода, в данном случае коллекторная разводка. То же самое происходит с канализацией. От каждого сантехнического прибора мы воду сливаем. Для этого нам нужна система канализации. То есть прокладываем трубы, рассчитываем диаметр 50-й, либо 100-й, 110-й и раскладываем это по помещению. Женя, скажи, пожалуйста, вот эти вот штуки, они из бронзы, и ориентировочно их стоимость 3000 рублей. У меня по всему таких штук по дому очень много. Я очень боялся, что их вообще в какой-то момент там у меня украдут. Почему они такие дорогие, почему именно бронза? Эта водорозетка называется проходная. Сделаны из бронзы. И производится у нас в Германии, где по законодательству мы... Металл, который контактирует с водоснабжением питьевым, обязан делать из бронзы. Бронза, это называется RX+. Это говорит о том, что здесь полностью отсутствует свинец. На холодную воду, ну это стандартная водорозетка, то есть вода подходит и значит раздается потребителю. На горячем водоснабжении сделана циркуляция, то есть так называемая проходная водорозетка. То есть видишь, она получается с двумя штуцерами. С одной стороны вода приходит, в другую сторону она уходит. То есть даже если нет у нас потребителя в данной точке, то вода постоянно циркулирует, обеспечивая наличие постоянно нагретой воды. То есть как только мы открываем душ, в данном случае у нас душ, да, сразу же мы получаем горячую нагретую воду в комфортной температуре и не ждем, пока там у нас пробежит, не тратим время. Для систем отопления и водоснабжения применяются два основных вида трубы. То есть это труба Rauhetan Pink Plus розового цвета и Rauhetan Stabil. Трубы отличаются тем, что Pink не армированная труба, а Stabil. Здесь вот на разрезе можно увидеть, что в разрезе виден слой алюминия. Благодаря ее способности сохранять форму после изгиба, на ней можно сэкономить большое количество фитингов. Соединяются все трубопроводы едиными фитингами. Стандарт называется фитингов Rauhetan.
То есть сейчас я вам продемонстрирую, как это делается на примере трубы Rauhtitan Stabil. Сначала мы одеваем гильзу, дальше монтажным инструментом при помощи расширительной насадки трубу расширяем два раза с поворотом на 30 градусов. Вставляем фитинг Rauhtitan Platinum, в данном случае муфта из бронзы. Соединение готово. Rauhtitan Platinum можно присоединить как трубу платину армированную, так и трубу без армирующего слоя Rauhtitan Pink Plus. Точно так же одеваем гильзу. Сначала трубу расширяем двумя приемами с поворотом на 30 градусов. Вставляем фитинг и надвигаем гильзу. Все, соединение готово. Я до этого жил в однокомнатной квартире, у меня там был два кранчика, красный и синий. И там было все более-менее понятно, хотя даже там я умудрялся как-то путаться. Как мне понять, что где, почему столько труб, и как мне во всем этом разобраться? На самом деле принцип очень похожий на то, что у тебя было в квартире. Вот. Здесь немножко более расширенное, так скажем, у тебя количество потребителей. Синими, значит, у нас цветом показаны потребители холодной воды, а красным, соответственно, у нас потребители горячей воды. Вот. Ну и, соответственно, на каждый потребитель сформирована своя гребеночка. Две у тебя по горячей, одна на холодной. Очень удобно в использовании, когда не нужно отключать полностью всю воду, как в квартире, да, кран перекрывать и что-то делать. Здесь можно каждого потребителя отключать по отдельности. Применены коллектора с плавной регулировкой хода. То есть мы можем как регулировать ими, так и плавно прикрывать. То есть это очень большой плюс, что в системе не будет так называемого гидроудара. Обрати внимание, что у тебя здесь применено очень интересное, так называемое резьбо-зажимное соединение Rehaum. Оно является многоразовым. То есть в случае, если нам необходимо провести какие-то манипуляции при подключении к коллектору, мы гаечным ключом все это отворачиваем и можем производить это действие несколько раз. То есть откручивать, закручивать, ну там, по сути, десятки раз. Единственное, что со временем может прийти, так скажем, в негодность, это резиночка, которая там стоит пару рублей и очень легко меняется. Два, три, поехали. Мы даем гарантию на те объекты, которые у нас смонтировали наши сертифицированные монтажники, которые прошли обучение в Rehaum Академии и сдали соответствующий тест. Гарантия у нас на 5 лет на сумму 125 тысяч евро. Причем это гарантия не только на там, метр трубы, там, фитинг какой-то, это гарантия с ущербом для третьих лиц.